Привет! Я рассказываю на своем канале о своем путешествии в Таиланд. Я здесь впервые. Нахожусь на пляже на Янг-Бич. Я здесь познакомилась с тайской кухней. Съездила на индивидуальную экскурсию на мотобайке. Здесь можно снимать? Снимать можно, да. Головной убор надо было снять. Ну, у меня сюда очки. Они сейчас будут, мне кажется, пить. А, нет, даже не будет. Ладно. Просто... Да, воскресенье, понедельник. У них начинается с воскресенья неделя? Да, да, поза созерцания. Это поза примирения. Это созерцание, это примирение. Это поза возлежания. Любимая поза, да? Ну нет, это среда. Она делится на две части. Есть поза... Будда собирает подношения до обеда и после обеда, вторая половина дня. Почитание. Нет, в Будде животные приносят соты, обезьяны, и бамбук, слон. Слон – это символ знати, а обезьяна – символ простого народа. Вот. Это еще для чего все делается? Ну, что вот это за одни недели? Ты можешь посмотреть в календаре, какой день ты родилась. Я, например, родился в понедельник. И я. Да, тоже понедельник? Да. А, ну все, у тебя тогда все просто, повезло. Твои цвета черный, зеленый, фиолетовый, воздержаться от оранжевого. Видела тук-туки? Мой любимый цвет оранжевый, ну, вот у меня вся одежда. Ну, по-буддистски оранжевый не твой цвет. О, сегодня я в моем цвете, да? Да, да. Видела тук-туки разного цвета? Это не просто так. То есть они изначально заводской краской красные, а потом они перекрашивают уже в нужный себе, ну, под себя. Видели, там зеленый есть, да, синий, да, фиолетовый. Это буддийский. Так, среды вот нужно смотреть, в какое время. У нас все просто. Наша поза примирения. Там есть такая легенда, что... Что-то какие-то войны были на земле, много людей погибло, кровище было немерено, даже демоны поднялись из ада там какого-то, пожирали трупы и так далее, царил хаос. Будда вознес взор в небо, вспомнил все трансцендентные мантры и призвал дождь. Дождь лил очень долго, смыл всю эту гадость, и таким образом он всех примирил. Вот такая штука была. Нет, это интересно, я люблю вот такие. Это поза медитации. Вот и все. Да. Я в эту позу с первого раза села. Вот поза созерцания. Ну вот я все время путаю воскресенье и пятницу. Рам-кун, сейчас посмотрю. Все просто. Надо просто перевести и запомнить. Нормальная осанка переводится. Сейчас. А, просто нет названия. Ну, короче, по-моему, да, вот это созерцание. А там... Ну и это поза. Поза защиты. Вот эту историю я тебе все рассказал.
про короля Нага и так далее. Тут опять же за 100 бат ты покупаешь лепесточек, пишешь там что-то, какое-то пожелание и вешаешь, если хочешь. Тут один гений написал: я хочу, чтобы Путин и его власть были свержены, что-то там оппозиция нашла силы. Я думаю, что у человека в голове, если он такой чуть пишет. Ну да, в основном тут для себя же. О, смотри. Пусть, где там? Хочу, чтобы Путин и его мафия сели в тюрьму. Пусть оппозиция найдет силы и свергнет власть. Идиоты. Очень много на русском, как будто бы одни русские, да? Это следы Будды. Следы его руки, ноги, полупопия. Вон, сверху. Это лучше смотреть вот с того камешка, оттуда. Ну, будем обратно идти, увидишь. Вот это тоже. Смотри, вот это. Дживака Камарабака, это тот самый создатель трипитаки и лечебного массажа. Он на ранней стадии лечил рак даже. Вы лучше не помните. Будет было на самом деле более 50 явлений. Смотри, помнишь, я тебе сказал, что я тебе тыкну пальцем на оранжевую крышу? Да. Там где? Были мы. Где? А, вон, все, вижу. Ой. Там были мы. Да. Ну, соответственно, вот катаной, ката, корона. Там мы были, самая южная точка. Вон она, мыс Пунтер. Классно, да. Я его сниму. Молодец. Ну смотри, это богиня Матерь Земли Дарани Мата. Если хочешь детей, нужно полить голову. А если мужчина поливает голову ей, это хочет дождя. Я не хочу дождя. Я хочу еще денечек без дождя. И завтра может уже лить дождь. Детей хочешь, поливай голову. Отсюда поливать? Ну да, берешь тут водичку и... А что это тут плавает? Это сперматозоиды.